сегодня официальный день заезда. Весь день в аэропорту Сочи приземлялись самолеты с участниками зимних всемирных военных игр из Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Китая и Ирана. Ночью прилетели военные спортсмены из Монголии, Греции, Словении, Пакистана. А сегодня в 9 часов утра мы встречали делегацию из Сербии. Встречали спортивную команду вооруженных сил Сербии, как и полагается по старинной русской традиции, хлебом с солью. На Олимпийской сочинской земле большинство из них впервые, а потому уже при подлете к Сочи при виде Олимпийского парка они испытывали особые чувства. Руководитель сербской делегации признается, каждый приезд для них в Россию – большое событие. У нашей команды боевой настрой, намерены достойно соревноваться. 15 сербских спортсменов, в их числе парни и девушки, будут состязаться в таких дисциплинах, как биатлон, лыжные гонки, ориентирование, ски-альпинизм. Самой многочисленной на этот час считается делегация из Турции. Ночью встретили один борт турецких авиалиний, на нем было 8 команд. Всех успешно встретили, посадили, все доставлены до своих мест, размещены и готовятся к соревнованиям. Примут участие в военных играх около 1000 военных спортсменов. Освещать международные состязания будет 600 российских и зарубежных журналистов. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.